Всем привет. Случилась проблемка с мотоблоком. Начало пропадать сцепление. Не внезапно, а постепенно. Вести, вести, вести. Плохо начали включаться передачи. То есть выжим пропадал, пропадал, пропадал. Ну, в итоге снял двигатель и вот что обнаружил. Отпустились болты. На фиксаторе подшипника. И когда рычаг сцепления выжимаем, вал уходит вперед. Вот так. Хорошо, что обнаружил. Будем разбирать, ремонтировать. Пока-пока.